В Омске снова выпал черный снег. О выбросах в социальных сетях массово сообщают о мечи. Это уже третий случай за месяц. Дважды пепел оседал в Чкаловском поселке, на Космическом проспекте, улицах Романенко и 75-й гвардейской бригады. Также жалобы поступали от горожан с 21-й Амурской. В региональном Минприроды сообщили, информация передана в природоохранную прокуратуру. При наличии неприятного запаха вы можете обратиться в центр экомониторинга, где фиксируются все обращения мечей на неприятный запах или выбросы. Заявки принимаются круглосуточно. Телефоны для связи +7 923 685 56 31 37 80 21. До 10 утра 31 мая в Омске объявлен режим неблагоприятных метеоусловий. Это период слабого ветра, когда вредные примеси плохо рассеиваются в воздухе. Рекомендовано реже бывать на улице, а в помещениях использовать кондиционеры.